Я стою. Алексей Иванович меня достает. Вот, траектория. С банальной позиции просто. И он начинает меня бить, я ухожу в сторону. Вот это однократный шаг, ну, в котором я как бы оказываюсь. Но иногда я иду на Алексея Ивановича. Я делаю шаг на Алексея Ивановича, он начинает бить, и в этот момент я сваливаю в сторону. Видите, да? Это двухтактный шаг. То же самое, когда Алексей Иванович идет на меня, я делаю шаг назад, а потом ухожу в сторону, да? Это двухтактный шаг. Так вот, Нарвезе пишет, что есть однотактовые шаги, то есть когда мы с парнем решили выяснить отношения, он начинает меня бить, я ухожу, вот это однотактовый, видите, шаг, да? Но я до него здесь что? Не достаю, потому что я неверный шаг сделал для оборота. Вот. Но когда мы вынуждены маневрировать, мы должны делать двухтактовые шаги. То есть удар идет, я и вот теперь я достаю хорошо, видите? Теперь я точно попал. Ну, забил. То есть, вот примеры однотактовых шагов и двухтактовых. То есть двухтактовые шаги могут быть вперед, и вот я второй такт. Вперед могут быть, по кругу, в углы, по траекториям, по кривым траекториям. То есть, например, удар идет вот первый шаг, вот второй. Бить, да? Это два шага. Один шаг выглядел бы так. То есть движение я перекладываю нож и удар, да? Это однотактовый шаг. Двухтактовый, однотактовый шаг. Пена. То есть когда мы фехтуем, то есть удар этой рукой наносится, я ухожу вот сюда, наносится этот удар, и я вот в эту сторону ухожу и наношу руку. Вот двухтактовый шаг. Это майка. Венецианский двухтактовый. Раскачка. Ну, теперь понятно, да, что такое однотактовый, что такое двухтактовый.